Скажите, у вас есть любимая женщина? Есть. А какими ласковыми словами вы ее называете? Ну, по имени, отчеству. Ну, ласковые слова не говорите? Нет. Никогда? Нет. А почему? Да вот, жизнь так не получается. Ясно, спасибо. Любимых много. А какими ласковыми словами вы их называете? Очень хорошими. Ну, например? Ну, любимые, хорошие, моя, знакомая. Обязательно. А как вы ее называете ласково? Женушка. А еще? Ну, как вам сказать? Ну, нравилось ей, когда я ее называл цыпленок. Спасибо. Скажите, пожалуйста, у вас есть любимая женщина? Конечно. Как вы ее называете ласково? Ну как, Любушка? Ну а как же, жена. Как вы ее называете ласково? Ну, по имени. Ну, слова какие-нибудь ласковые. А как же, женушка, милая, скажем так. Мне? Да. Есть. А как вы ее называете ласковыми словами? Какими? Называю? Ну как? Мама дорогая. Любимые? Есть любимые женщины. А если не секрет, вы их ласково как называете? Ласково? Ну как сказать? Ну по имя там, солнышко там, золотце. Жена своя? Вы ее ласково как называете, если не секрет? Ну как по-разному бывает. Ну, какими словами? Нежными, ласковыми. Нет, какой такой глупый вопрос просто я китаю. Как женщину называет? Своя супруга, только все. А как вы ее ласково называете, нежными словами? Какими? Ромашка. Скажите, пожалуйста, любимая женщина у вас есть? Конечно. Если не секрет, вы ее как ласково называете? Ну как, Наталья называю, как по имени. А ну, нежные слова какие-нибудь не говорите? Вы к 8 марта. Да. Ну, давайте вам одно из ласковых слов прочитаю. Когда слетает первый снег, к ресницам, шубам и перчаткам, я помню рядом человек, который без остатка с такой же первой чистотой свою судьбу связал со мной. Спасибо. Желаю вам счастья. Спасибо.